Мы приехали в магазин Декабай на Платонова 10. Сейчас как раз начинается дачный сезон, и хотим выяснить, какие шторы подойдут для дачи, а также для дачной или садовой мебели. Здравствуйте. Я бы предложила на террасы, на веранды вот такой вот водоотталкивающий дак. Здесь у нас 65% хлопка, 35% полиэстера, плотность 245 грамм. Имеет водоотталкивающую пропитку. Также данное полотно можно использовать для мебели на садовых качелях, на террасах. Но важный момент. Полотно не водонепроницаемое, а водоотталкивающее. То есть при сильных дождях нужно убирать, закрывать, ну и так далее. А дальше, опять же, в дачных домиках, в спальнях очень хорошо подойдут наши однотонные канвасы. Цена приемлемая, не кусается, 37,10. От метража у нас действуют скидочки. Полотно мягкое, уютное, в наличии много оттенков. То есть закрыться как раз от соседей на дачах получится. По поводу тюлей. Пойдемте в тюли. Можем предложить крепшифоны, полуматовая структура. Довольно плотная, не совсем прозрачная. По 20 рублей 10 копеек. Высота 300 сантиметров. Имеется утяжелитель. В пошиве просты. Смотрится мягко и уютно. Цена, опять же, тоже не кусается. Кто любит попроще, повеселее, можно рассмотреть паутинку. Высота 280 сантиметров, 100% полиэстер. Здесь у нас скручено по 3 метра. В один слой смотрится вот таким вот образом. Разноцветные, сними, пожалуйста, их все. Потом. Есть у нас вот такие турецкие жатки. На самом деле тоже очень мягко, уютно смотрится. По 17 рублей 40 копеек. Высота 290 сантиметров. 100% полиэстер. Есть еще вот в таких вот приятных мягких оттенках. Ну, как раз летние. Да, летний вариант. Возможно, кому-то будет интересен вот такой вот вариант. Нет, это не буду показывать, осталось в рыжем. Вот такого вот плана тоже очень хорошо брали. Либо как тюль, либо как отдельное полотно без плотных темных штор можно тоже использовать. Ну, портьерный хлопок, позиция немножко подороже, но вдруг у кого-то... нет, будет полиэстер, Турция, утяжелитель, высота 280 сантиметров. Ну, может быть, у кого-то дача очень крутая, загородный дом, что-то в этом духе. В трех оттенках, светло-бежевый довольно приятный, белый и серый, есть все в наличии. Что еще можем предложить? Любителям органзы можно порекомендовать белую либо молочную по 20 рублей 10 копеек, высота 300 сантиметров. Производство будет Китай. Напоминаю, действуют скидки от метража. Утяжелитель имеется. Ну, а кому нужно что там? А, вот, расскажу про сеточку. Есть вот такая сеточка, я думаю, что... От мух и комаров тоже хорошо спасет, да, особенно на окне. Да, можно. К сожалению, пока только в белом цвете. Ну, а кому нужно что-то попроще облагородить ваше окно, у нас имеются вуали по 12 рублей и по 13 рублей 40 копеек. Разница в утяжелителе и без. Обычный, скажем так, простым языком капрон. С хорошей высотой 300 сантиметров. Можно брать, обновить свои окошки на даче. А подскажите, пожалуйста, какие уличные ткани вы можете порекомендовать? У нас в наличии имеется Оксфорд в разных плотностях. Самый наилучший, например, для накрытия крыш беседок, садовых качелей, водонепроницаемый, водоотталкивающий материал. Это у нас
лицо. Это у нас изнанка, но, как правило, люди используют той стороной, которой хотят. Шириной 150 сантиметров, а плотностью 600D, с пропиткой, если я не ошибаюсь, ПВУ или ПВХ. Что еще рассказать? Вот это все цвета, которые есть на лице. Черный, серый, оливковый, ореховый, очень приятный коричневый цвет. Далее бордовый и васильковый. Это самые плотные оксфорды, которые у нас имеются по 1760. Далее есть еще в двух оттенках более мягкие пластичные, тоже 600-ки по 1740. Белый и васильковый. Немного осталось темно-синего. Если вам нужно что-то тонкое, хочется какой-то небольшой легкости, у нас имеется Оксфорд плотностью 300. Тоже ширина 150, цена 13,20. В данный момент в трех оттенках. Красный, черный и синий. Они отлично подойдут для крыш, для тентов. Возможно, 300-ку даже можно использовать в беседках, позакрывав от жары, от солнца. Ну, то есть, такие тоже вещи берут. Еще у нас есть ткань Грета. Ткань техническая, я бы сказала, и довольно универсальная. Вся цветовая гамма представлена здесь. Цена 12,20, ширина 150 сантиметров. 20% хлопка, 80% полиэстера. Опять же, можно использовать на садовые качели, если хочется яркого однотона. Но примите ко вниманию, что она такая не очень... Она плотная, но тонкая. То есть она вот просвечивается, такое полотно. Это если хочется однотона. Но на садовые качели, именно на подушке, приятнее, конечно, сидеть в жару на нашем даке. Угу. Который как раз-таки можно, наверное, из штор взять, да? И из штор, либо можно посмотреть на «Красный 12» в магазине «Хлопка». Большое разнообразие расцветок, хороший выбор однотонов и расцветок. Спасибо. Пожалуйста.